в гости Макару. Ну, мама нас туда посылала. А ты сама пойдешь или с ребеночком? А, с ребеночком. Как ребеночка зовут? Ребеночек. Может быть, ангелочек? У него уже крылышки. Да, у него крылышки. А еще у него есть носочки. Да? Угу. А ему не холодно на улице? Нет. Он же в шапочке, да? Да. Все, пойдем к бабушкам? Да, пойдем. Ну, иди. Пап, давай камеру. Камеру давай. Потом. К бабушке идешь? Да. У бабушки сегодня первый рабочий день. Поздравим вот с первым можно. Рабочим днем. Вот еще можно поздравить. Да? Угу. Ну, поздравляй. Мама! Это бабушка. Она потом посмотрит. Угу. Скажи, бабушка, поздравляю с первым рабочим днем. Бабушка, поздравляю с первым рабочим днем. Пускай таких дней будет побольше. Чем больше рабочих дней, тем больше зарплата, да? Да. Чем больше зарплата, тем больше людей. Тем больше лучше игрушки. Тем больше подарков. Да? Расскажи еще, если надеваешь много заколочек. Вот только какие у него уши. У кого? У бомжа. Да кто это такие-то? Пип. Пип. Кто Пип. Такие бомжи? Это значит, что это бомжи называются ахалеха. Как? Ахалеха. Но они плохие, да? Да. А чего они плохие? Потому что надевают много заколок. И становятся бомжами? Да. Ужас. Кто тебя такому научил? Так, у него есть. Кто тебе такое рассказал? У него палка. У бомжа? Да. И что он этой палкой делает? Он ей рисует? Или что? Вот видишь, это волшебная палочка, кто приводит, как и дети надевают много заколок, тот вон и превращает бомжок. А это что, сало лежит? Это да, сало. Вкусное? Да. Нравится? Так, теперь я не смотрю. Зачем тебе еще? Красное? Синяя? Это опять красная. Ой, красная, аккуратно. Будет вава. Все, нарисовала? Ну, как у бабушки на работе, классно? Хочешь, рисуй, да? Кирусь, что ты там рисуешь? Бабайку? Топор? Видишь, пачка, пачка. И вот и все тебе. Какая? Птичка, синичка. Так, сейчас я тебе. Она несет колокольчик. Птичка несет колокольчик? А это синичка? Вот я лечу ее. А ну покажи. Привидение. Это не привидение. А кто это? Это хорошее привидение. Это хорошее привидение? Да. Ты же птичку рисовала. Ну, не получилось.